И всем салам, пожилые томеры. У микрофона снова я, Равик, и да, появилась новая информация по поводу оптимизации. Да, разработчики сейчас активно ведут работу, и я расскажу, в чем это проявилось. Ну и я надеюсь, ты подпишешься на канал, ибо же осталось всего лишь 80 томеров до 4К. Я надеюсь, ты мне поможешь. Вам не сложно, а мне приятно. Давайте, как обычно, сразу к делу. Как вы помните, игра ранее называлась The Origin Mission, и у игры были огромные проблемы с FPS, после чего игра переименовалась, ибо компанию продали, и теперь на данный момент она называется Alpha Ace. В первой бете у нас были прям жесткие проблемы с оптимизацией, да, такие же, как и в The Origin Mission, после чего вышла уже вторая бетка Alpha Ace, и с оптимизацией все стало намного лучше, но не идеально. Как вы знаете, даже на самых мощных устройствах сейчас бывают просадки аж до 5 FPS, даже до 0, при закупке, при респауне. И да, кто еще не в курсе, то ранее можно было или можно на данный момент исправить баг с просадкой в FPS. Все, что вам нужно, это перейти на мой телеграм-канал по ссылке в описании, тыкнуть на закрепленное сообщение и скачать оттуда Alpha Ace, только уже удалив свой старый файл, скачанный с Google Play. Да, скачивайте страшбокса, после чего заходите, и у вас, вероятнее всего, пропадают данные лаги. Что же я хочу донести до вас данным видеороликом? Помните, те, кто сидят у меня в телеграм-канале, знают, что я просил некоторых скинуть мне в ЛС геймплей с условиями, которые там имеются. Да, именно эти условия разработчики бы вам продиктовали, если бы вы им отписали в ЛС. Разработчики недавно в своем дискорд-сервере отписали игрокам и спросили, кто же сможет помочь в разработке игры, а именно записать видео. То есть пойти поиграть катку, и разработчики посмотрят, где у игроков бывали лаги. Ну, в общем, не суть. Я думаю, это не такая запретная информация, ее распространять можно. Скорее всего, нас в скором времени ждет обновление, или же закрытие бета-теста, и уже полноценный релиз. Но, как вы знаете, недавно приостановили загрузки с Google Play. Если же вы ранее не скачивали игру с Google Play или же с других источников, то в Google Play вы на Alpha Ace найти не сможете. Переходите опять же в мой телеграм-канал, переходите по закрепленному сообщению и скачивайте оттуда файлы, вы можете спокойно поиграть. Разработчики не очень хотят вас огорчить, поэтому очень сильно работают над игрой. Я надеюсь, вы поддержите данный видос лайком, подпиской, ибо как только закончится данная бетка или же будет релиз, то я вас всегда буду снабжать самой свежей и новой информацией. С вами был я, Равик, всем удачи и всем пока.